нейтралочка. Пускаем ключ на старт. Рекомендуют запускать с газом, но он уже горячий. Можно не забить. Ждем, пока погаснет. Да заводи. Значит, первая передача для тяжелых всяких моментов, уклонов, спусков и прочего, позволяет двигаться практически без газа. Но когда вот ты встаешь вертикально, газ потребуется. То есть он не настолько волшебный, чтобы силы интеллекта. А дальше почти не очень большие подъемчики. Почти все. Поехали. Оператор, давите. Едет лучше квадроцикла везде. Ну, конечно, квадроцикл едет быстрее, но если учесть, что ты его будешь откапывать полдня, то на шерпе ты за это время пожаришь шашлык, выпьешь компоту и поедешь дальше. Да. И чисто в кроссовочках. Где? Никаких вейдерцев. Все с собой, тепло. Можно телочку взять или двух, чтобы готовили. А на каком ты квадроцикле двух телочек возьмешь? Да здесь может четырех даже взять. Ну уже возраст не тот.